Виновных в плохой подготовке важных объектов коммунальной инфраструктуры в Тулуне необходимо привлечь к ответственности. Об этом заявил сегодня глава региона Игорь Кобзев. Ситуацию, возникшую в Тулуне, обсуждали вечером на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в областном правительстве. Коллеги, вы должны уже сегодня понимать, что этот период может продолжиться и дольше, и может возникнуть и в другие месяца зимнего периода. Поэтому то, что сегодня происходит, вам необходимо, нужно выработать свой сценарий для этих ситуаций. И ресурсоснабжающим организациям, и министерствам, и ведомствам, и муниципальным образованиям с целью и предупреждения, и с целью реагирования. Других вариантов нет.